Обогнуть весь мир. Новую творческую работу презентовал молодой художник Станислав Фалерт. Произведение жанра стрит-арт украсило стену жилого дома по адресу Интернациональная, 56. Жители областного центра уже успели оценить мурал художника. Выйти за пределы своих возможностей, искать оригинальные пути и не думать о барьерах – таков основной посыл новой работы Станислава Алерта. Мурал посвящен теме космоса. Так художник хотел вдохновить земляков, сделать этот район города уютнее и отдать дань уважения людям, посвятившим себя космосу. Сама тематика, связанная с космосом, она меня всегда как бы очень сильно привлекала и вдохновляла. Такой человек, как Королёв, который для меня лично очень сильный мотиватор и вдохновитель является. И то, что само по себе выйти за рамки вообще орбиты, для меня что-то нереальное. Просто сам полет мысли, то, что взять железную руду и собрать ее так, чтобы полететь в космос, это что-то запредельное. Также мы хотели выразить в память нашему соотечественнику, космонавту Шаталову. Поддержал идею и спонсировал этот стрит-арт-проект молодой бизнесмен Нагимджан Ходжаев. Он является владельцем магазина, стену которого и украшает данная работа. Главная цель данной стены была в том, чтобы привести в порядок данную стену. Также вечером освещение у нас есть, то есть по вечерам здесь будет очень красиво, светло. Приводить как-то в чуточку в порядок – это всегда хорошо. Лучше, чем ничего не делать. Вдохновить людей, делать что-то лучше, не только для себя, но и для всех, потому что я считаю, что каждый из нас должен внести свою лепту в наш город. В дальнейшем есть в планах даже где-то это еще красивее сделать, потому что у нас еще есть стены. Вдохновиться, сделать селфи или просто насладиться космическим стрит-артом. Жители города выражают признательность молодому художнику и с удовольствием делятся впечатлениями. Работа художника Станислава Алерта очень классная. Они, мне кажется, раскрашивают наш город, делают его современнее, интереснее. Очень много красивых фотозон получается для молодежи. Красиво, конечно, я думаю, чем вот это всякие это, так побольше надо. Побольше делать и в центре, и так за холустье. Там я посмотрела, вроде бы ракета, космос. Вообще очень здорово, потому что я видела, с чего Стас начинал. Мы в одной студии буквально находились очень долгое время. И для меня его рост – это что-то, как будто что-то личное такое. Очень тепло я отношусь к нему, к его работам. И вижу реальный рост, и меня это очень радует. Анастасия Кузнецова, Михаил Казначеев. Новости МТРК.